Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Мартов. Да, мы здесь, мы дождались. Десятый час. Здравствуйте! У нас в гостях, как это сказать-то, не хочу говорить одна-вторая, но дело в том, что лейдис, они же не опаздывают, они слегка задерживаются. Поэтому прямо сейчас у нас в гостях российский и армянский поп и рэп-исполнитель, автор песен, обладатель роскошной бороды Миша Конфуз! Привет, всем привет! Эй, тут. Миша, который набирает просто миллионы прослушиваний со своими треками. Ну что, вот у тебя есть сегодня новый трек «Сказка». Мы с него будем начинать. Скажи, вы вот когда СМИ пересекались, работали над совместной работой, она тоже немножечко задерживалась? Она, я тебе так скажу, она не задерживалась, она приезжала и спала просто во время работы. А, очень много работает. Она вот спит скайпом, вот так на студии спала. А, видимо, у нее просто очень большой график, видимо, серьезный. Видимо, Мия просто сова, вот и все. У нее очень жесткий график. А мы думали, камера, она сова. Да, я думал, сова. Ну да. Я думал, это сова, реально. А ты знаешь эту историю? Конечно. Бобр. Огромный бобр. Или так. Ну, либо типа того. Ладно, мы обязательно к Мии еще вернемся. Мы подготовили кучу активностей. Мы тут с вами и дуэтами планируем спеть. Поэтому, если вдруг Мия будет чуть задерживаться, мы ее вызвоним по телефону. У нас уже есть опыт, благодаря Егору Шипу нашему. Да, вообще. Он тоже проспал. Так что все в порядке. Так, ну давай расскажи про свой трек «Сказка». Это новинка. Да, «Сказка» у меня вот последняя вышла, песня, которая вышла, написана про двух людей, которые не ценили друг друга и по глупости своей потеряли. И вообще эта песня написана про то, что нужно просто ценить все, что у тебя есть, чтобы не потерять. Ребята, влюбленные, что же вы творите? Ты просто сразу с философией к нам заглянул. Дай угадаю, имеющий не ценим, а потерявший плачем, да? Ценим только, когда потеряем. 100%. Что-то такое. Да. Ну давайте тогда и послушаем сразу же. Давай, ты скажи красиво, чтобы мы прям просто поставили песню после этого. Итак, в эфире Лав Радио сейчас будет играть песня «Сказка» исполнителя Миши Конфуза. Всем приятного прослушивания. Обалденно. Поехали! Красавцы Лав Радио. Вот и это вайб. Привет тебе. А можешь, ну как, вживую сейчас это сделать? Что? Ну вот прям вот кусочек исполнить его. Я расскажу вам сказку. Жили, были два человека, любили сильно друг друга навеки. Как там говорится, ценишь, когда теряешь. Они не ценили, вот и потеряли. Миш, скажи, а как ты распеваешься обычно? Ну, то есть мы тебя попросили сходу спеть. Есть ли у тебя какая-то фирменная распевка? Каким образом ты разогреваешь связки? Может быть, горячий чай? Не, я просто делаю... Я просто вот так мычу. Мычишь? Помычим вместе? Давайте. Вы это слышите? Ай-ай-ай-ай-ай! Давайте поразминаемся. Ну, просто, да, с чаем закинулись. Чтобы, ну, чтобы разогреть горта. Ну, давай тогда помычимся вместе. Ты руководи нами, будем мычать. Задавай. Просто. And his name is John Cena! Так, а кстати, по поводу этого, Мия Бойко и Конфуз у нас сегодня в гостях. Ну, типа, Мия сейчас подъедет. Да, вдохновили на создание очередной суперигры. Да? Мы думали и придумали. Мия Бой Конфуз. Как мы объединили ваши имена. Видим, ты в восторге. Итак, мы погуглили, значит, и посмотрели, что такое вот слово «конфуз». Давайте разбираться в этом слове. Во-первых, откуда прозвище такое у тебя? Я со школы еще был очень стеснительный, а слово «конфуз» означает чувство стеснения и неловкости. Вот, и меня называли Миша Конфуз. То есть тебя сами ребята называли? Ну так, как-то вот с лучшими друзьями сидели. Слушай, ну хорошие у тебя друзья, знаешь, там, не лысые, не вот это вот все, там, сиплые, какие было обычно бы странно, прозвища. Если бы Мишу называли лысым, не, я им как пример привожу, лысый, сиплый, храмуля, а тут, понимаешь, зип-зип-пуля. Ну, конфуз. Вот там. Опять же. Неопределенность еще можно было бы там, знаешь, там. Да, кстати, я запутанный. Я все время опаздываю. Пунктуальность. Ярослав, пунктуальность. Вот меня бы, прикинь, друзья От обратного? Звали. Ну, типа, да. А, подкалывали бы типа каждый раз. Типа сарказм, да. Но мы погуглили. Мы так погуглили, и смотри, значит, конфуз. Слово происходит от латинского confusus, беспорядочный, запутанный, смущенный. И от глагола confinder. Confundere. Confundere. Вопрос у нас к тебе. Как не переводится этот глагол? Конфуз? Да, confundere. Мы тебе дадим вариант. Confundere. Смотри. Есть вливать, выливать, смешивать, запутывать. Как не переводится глагол confinder? Вливать. Не переводится. Ответ принят. И это, внимание,
Абсолютно неверный ответ! Но ты был близок. Выливать. Выливать. Я думал, вливать или выливать. Черт. И в итоге что сделал? А в итоге влил и приехал сюда. Ребят, вау, вечеринка! Не прогадал. Миша Конфуз у нас сегодня в гостях. Мы послушаем еще песни и ваши СМИ. Пишите вопросы в WhatsApp. Чего хотите спросить у Миши и у Мии? 8495-956-106-6. Красавцы Лав Радио. Вы не поверите, чудеса техники обеспечили нас следующим. Сейчас в эфире Лав Радио появляется российская певица и артистка, блогерша, королева моря и твоего сердца Мия Бойко! Всем привет, пацаны! Здравствуй, Мия, привет. Ну, ты такая, ну, выспавшаяся по голосу, судя. Хорошая такая. Так, ну ты вообще едешь или как? Нам тебя как, ждать, обнимать, целовать? Говори, что поеду потихоньку, буду ползти, говорит. Ну, я еду. Ну все, тогда давай, ползи к нам. А пока ты ползешь, у нас есть такая рубрика «Звездная нежность» называется. Когда приходят девочки, мы делаем им комплименты. Когда они приходят, тоже делаем. Мы дозваниваемся, говорим, куда это делать. Вот, смотри, сейчас мы будем делать тебе комплименты. А Миша, как настоящий эксперт по комплиментам, как человек, который пишет песни про любовь, выберет, кто понравился больше, чей вайб ему откликнулся. Но если ты сама захочешь проголосовать, то в данном случае Миша поможет тогда. Ну, типа, скажешь, да, эй, подруга, ну ты чего? Вот ты чего, подруга? А вы думаете, Миша должен выбирать? Конечно, я должен. Тебя же здесь нет, Миюшенька. А, вот. Запомнили, Миюшенька. Мужчина, Миюшенька. Запомнили. Ну все, переходим к рубрике. Звездная нежность. Ну что, стартуем сразу? Стартуем прям сходу, поехали. Миюшенька. Ты как свободное плавание на роскошном корабле. С тобой попутный ветер в спину, с тобой 7 футов под килем. Двумя словами, ты моя ультрамариновая мечта. Вау, ничего себе. Миюшенька, для меня ты словно выпускной вечер для робкого школьника. Вызываешь трепет и провоцируешь фантазию на самые настоящие дерзости. Ах ты плохо. О да. Мия. Для меня ты будто феечка Винкс для второклассницы. Это самоотверженная любовь и преданность с первой секунды нашего знакомства. Ничего себе! Это запрещенка? Миюш, если бы ты была моей Мией Уоллес, персонажем криминального чтива, я бы готов был выпасть с балкона по решению Марселоса Уоллеса ради массажа ступней для тебя. Вот это ты нормально. Мы так не договаривались с тобой вообще. Да? Хорошо. Мия, ты как детеныш красной панды. Я уверен, что ты, не напрягаясь, сломаешь любой мимиметр и еще почти наверняка, точно знаю, издаешь очаровательные звуки от радости. А? А ну? Это был конфуз сейчас. Миюш, ты как, ты знаешь, ты как сталинская высотка. Выглядишь потрясающе. И с подсветкой, и без нее в любое время, и днем, и ночью. Я бы все отдал, чтобы пожить в тебе. Вот это да. Ну что? Как ты там? Oh, damn, пацаны, мне жарко стало резко. У тебя есть возможность окно открыть? Ущедмен, гандем. Так, Миш, ну что? Так. Да подождите, дайте Мии, ты будешь принимать решение? Я здесь, я не знаю, кто что говорил. Но мне понравилось про сталинскую высотку. Понятно. Объективно это... Топ. Один из лучших подкастов. Это был Ярослав. Подожди. Ну ладно. А Мише дайте сказать. Мне про ультрамарин понравилось. Вот, видите, чего может быть. Но все равно для Мии лучший комплимент, она знает, это Миюша, красотуся, сладуся, Миюша. Да, и шашлык, Мишаня, шашлык еще придать. А мы вам не мешаем в целом. Нормально. Я, в принципе, как бы, если есть еще там дополнительная шейка, поем тоже. Я про шашлык. Или лопатка хотя бы. Мичка, ну мы тебя ждем, давай тогда добирайся. Миюша, сладкуша, как? Миюша, сладуся, красотуся. Миюша, сладуся, красотуся. Ты была официально отнесена красавцами Лав Радио. Ну, а мы, получается, заработали по 1 баллу. Да, и соответственно, того... на этой неделе 4-3. 4-3, да. Мичка, ждем. Миша с нами. Продолжаем. Красавцы Лав Радио.
Самая непредсказуемая и обличающая рубрика «Одной из двух», в которой вопросы скорее забавные, чем обидные. Задача — отвечать быстро, выбирать одно из двух. Так, ну мы в перекрестном сидим варианте, поэтому я задаю Мише, ты задаешь... А я задаю Мие. Я задаю Мише, ты я задаю Мие. Такое чувство, что мы играем в рифмы. А кто выиграет или нет такого? Выиграет дружба, как всегда. Выиграет кликбейт, я думаю. Вот это самое главное. Поехали. Одно из двух. Мия, скидывать входящий из тех, от кого скидывать, не вариант, или ко всем знакомым девушкам обращаться словом «сестренка»? Ко всем знакомым девушкам вообще никак не обращаться, а к пацанам обращаться «братан». Хорошо. Миша, пропустить хороший хук от профессионального боксера или посвятить всего себя наблюдению за птицами? Пропустить хук от боксера. Ничего себе. Мия, поменять местами первые буквы псевдонима или до конца времен стирать вещи только вручную? Давай, мать, быстрее. Стирать вещи вручную. Ага. А, Миша, громко радоваться, когда речь заходит о сладостях, или ловить крутые инсайты только в ледяном душе? Первый вариант. Мия, накачать мощнейший пресс или с понедельника стать фрукторианкой? Мощнейший пресс. Так, Миша, легко находить телефоны нужных людей или виртуозно подбирать стикеры в переписках? О, она пока стресс. Находить номера. Хорошо. Мия, одна круговая тренировка в зале с Ефимом Шифриным или фотосет 18+, в стиле миньонов? А кто... О, пробитие есть. А кто такой Шифрин? Юморист. Ну, значит, миньоны. Тогда миньоны. Миша, стабильно занимать 13-ю строчку во всех чартах с каждой песни или уметь складывать лист А4 8 раз? Уметь складывать лист. Мия, заполучить великолепный по деньгам партнерский проект или уметь смехом выключать свет? Проект. Она будет в темноте жить. Миша, трижды встретить Канье Уэста в хорошем настроении или никогда не чавкать за столом? Братан, встретить Канье Уэста. Ну, конечно. Рассчитано, я считаю, что было. Я считаю тоже, что было. А есть еще вопрос? Мы их зададим уже за эфиром. Вот сейчас, когда пойдем тиктоки снимать. Абсолютно точно. Ну что, дальше будем снимать тиктоки. И прямо сейчас еще, конечно, в финале прозвучит и ваша песня. Мия Бойко и Конфуз «Капкан». Снова с неба кап-кап-кап-кап-кап. Ну вот сейчас и послушаем. А с вами были красавцы Love Radio. Это Никита Мартов и Ярослав Парамонов. С нами это утро встретили Мия Бойко и Конфуз. Было круто? Настроение в плюс. Эй, ребята, как вы тут-то? Мы нормально. Дальше их трек «Капкан». Ну, а мы вернемся завтра также с 7 до 11. Будем вещать. Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов и Никита Мартов.